А у студентов металлургических специальностей может появиться возможность закончить университет с двумя дипломами – казахстанским и немецким. Об этом представители отечественных вузов договариваются с коллегами из Бранденбургского университета. Отмечу, немецких ученых заинтересовали разработки наших специалистов. В частности, образцы медицинских имплантов из тантала и редкоземельных металлов. И технологии умной металлургии, когда некоторые производственные процессы в шахтах выполняют роботы. Обсуждалось и финансирование перспективных проектов. Через международные гранты казахстанские вузы могут получить свыше 600 миллионов тенге на оснащение научных лабораторий. К слову, 90% немецких инвестиций в экономику Казахстана приходится на несырьевой сектор, перерабатывающую промышленность, химическую отрасль и производство строительных материалов. Если будет соответствующая модернизация продукции, если продукты будут изготовлены тем видом, как они потребляются на европейском рынке. И основа этого тоже – это кадры, это мы знаем. И вот как раз образование этих кадров в том лишит смысл сотрудничества. Основное направление, которое интересно для иностранных гостей, это создание центра компетенции в области горно-металлургической отрасли. Мы открываем сейчас двойной диплом, двойную программу по металлургии с Бранденбургским техническим университетом, и в ближайшее время будет подписание меморандума.